«Стрекоза и муравей». Может, и не басня. Читатель, ты не хмурь бровей, да чертиков, где басни надоели. Все было так и в самом деле. Однажды в зимний вечер муравей из дома вышел. В тишине решил он прогуляться при луне. Снежок под лапками хрустит, округа голубеет в лунном свете. Как вдруг он в отдалении приметил, лесной тропинкой кто-то семенит. «Не стрекозаль?» — смекает муравей. «Походкой от бедра идет, как пишет». Сейчас он, разумеется, услышит: «Голубчик, прокорми и обогрей». Тут ей задаст он от души: «Ты пела? Так поди же попляши». Но что это? Он трет глаза, на попрыгунью смотрит удивленно. В сапожках модных, в шубке из мутона пред ним явилась стрекоза. И говорит с ухмылкою ему: «Салют, мураш, что смотришь очумело?» «Все правильно, плясала я и пела, да сыта на Кавказе и в Крыму. Хоть я и пропорхала лето, зато, как видишь, и обута, и одета, к тому ж не прикладай рук, не натрудя немало плечи. Всем, что ты видишь, обеспечил меня один любвеобильный жук, даря мне за обновую обнову». Вот так, читатель. Верь теперь Крылову.